Волонтеры продолжают раздачу защитных масок. Кроме того, активисты рассказали жителям столицы о мерах профилактики коронавирусной инфекции, ознакомили их с рекомендациями Роспотребнадзора и раздали памятки с информацией о важности использования средств индивидуальной защиты. Ведь по данным оперативного штаба, граждане продолжают заражаться COVID-19. Так, за прошедшие сутки выявлено 49 новых случаев, а 3 человека скончались. Но это не рейд на проверку того, что соблюдается здесь что-то или нет. Конечно, мы пришли ради населения, ради того, чтобы принести какую-то пользу, рассказать именно словесно, не какими-то медицинскими терминами, пугать кого-то, а просто сказать о необходимости и, конечно, защита прежде всего себя, а потом и своих родных и близких, потому что мы не знаем, принесем мы это с собой или там заболеем сами, это уже как, кому как повезет, поэтому... Если человек информирован, он уже защищен. Проведена акция по раздаче медицинских масок в многолюдных локациях. Это торговые центры, парки, кафе и другие социальные объекты. Организаторами выступили молодежные организации Дагестана, штаб волонтеры, медики и Объединенный молодежный фронт. Отметим, что такие рейды будут проходить по всей республике.